Меня зовут Демьян. Я простой российский школьник. Я люблю заниматься музыкой и спортом. И если для человека музыка является духовным развитием, то спорт – физическим. Все мы знаем, что здоровье для человека, как духовное, так и физическое, является самой важной ценностью в жизни. Его нельзя ни купить, ни приобрести ни за какие деньги. Его нужно оберегать и охранять, улучшать и укреплять. Лично я считаю, что вести активный и здоровый образ жизни – это круто. Все же не просто так гласит народная мудрость о том, что не обязательно быть красивым, ведь главное в жизни – здоровье. Также нужно знать и уважать историю своей страны, чтить ветеранов и уважать старших. Мой девиз – спасем жизнь вместе. Меня зовут Диана, я простая школьница. Я очень люблю заниматься спортом со своими подругами. После школы мы очень часто ходим на наш городской стадион, где мы играем в футбол и другие игры. Это очень весело и здорово. Сохранить здоровье непросто. Беречь его поможет спорт. Физические упражнения развивают организм, укрепляют мускулатуру, сердце и другие органы, заставляют глубже дышать, поглощать больше кислорода, улучшают кровообращение, позволяют оставаться стройными, избавляют нас от многих болезней. Также я занимаюсь музыкой в нашей музыкальной школе. Я пою и играю на гитаре. Мой девиз – жизнь – это полноценное развитие.